Привет, меня зовут Валерия. Всем привет. Мы сегодня отправляемся в Мас-Паломас. У нас сегодня первый день каникул. И где мы находимся сейчас? В аэропорту. Мы сейчас находимся в аэропорту и улетаем вот на том самолетике, который мы сейчас видим. Куда, Лера? Ты уже говорила, в Мас-Паломас, да? На остров Гран-Канария. И там будет очень тепло. А сейчас Новый год. Ну что, пойдем? Давай. Кстати, часики надо переводить, папа говорит. Да. Думаю, потому что еще на один час меньше будет. Привет.
Привет. Привет. Ты где сидишь? В автобусе. А потом поедем на такси. И потом будем дома. Ну что, все чемоданы на месте? Да.